Всем привет, друзья, я только проснулся, сейчас опять будем делать упражнения на шею. Вы спрашивали, что это за упражнение вообще? Сейчас я вам покажу. Бесплатная реклама, мне не жалко, потому что реально помогает и все время я делаю это. Ольга Сагай, оздоровление шейного отдела позвоночника. Очень крутой сет и реально помогает, расслабляет там шею, мышцы и как бы кровоток идет лучше. Друзья, шею потренировал, теперь можно покушать. Сегодня у меня вот гречка с молочком. Раньше я всегда такое ел. Немножко сахара добавляю, в принципе, вкусно. Поехали. Друзья, новая история с залом. Года 2-3 назад я еще активно делал становую тягу. И в один день, когда я ее делал, то я обычно, знаете, с техникой правильно делал, выгибал спину. Брал веса где-то 100-120 килограмм, для меня тогда это было уже много, я делал где-то, ну, может, на 4 повторения, на 3. Вот, и такая тема произошла, что когда я делал, то я почувствовал в спине, хоть я при правильной технике делал, я почувствовал в спине какой-то такой, даже не боль, а такой, как укол, знаете, как будто мне воткнули ножом в спину, вот так, в поясницу. И это было довольно неприятно. Я как-то не особо обратил внимание на эту боль. И продолжил дальше делать. Ну, было неприятно, да, ходил. Прихожу я, значит, домой. Спустя где-то, наверное, час, либо два, я не мог просто вообще повернуться. Я не мог сидеть. Я не мог нормально стоять. Я не мог даже, знаете, люди обычно ходят вот так сгорбившись, я не мог вот так ходить. Я ходил тупо вот так выпрямленной спиной, вот так идеально. Сидеть я вообще не мог, только лежать, и то вот на плоской поверхности, на полу, например. Это была такая боль в пояснице, это такая жесть была. Вы даже себе не представляете. Короче, я сорвал поясницу становой тягой. И я просто, наверное, неделю, я офигевал от этой боли. Я еле-еле вообще сидел. Я садился просто вот так с прямой спиной и вот так. Я сидел вот так, чисто чтобы у меня спина постоянно прямая была и на нее нагрузка сильная не шла. Это была задница полнейшая. Ну что, друзья, идем на тренировку и заодно, потому что Санек уезжает скоро в Финку, мы снимем программу тренировок для новичков для сайта archomoris.com. Потому что я заметил, что многие из вас не умеют вообще отжиматься, подтягиваться и там отжиматься на брусьях, поэтому будет очень крутая программа, с помощью которой вы сможете научиться отжиматься там буквально за месяц, подтягиваться и так далее. Очень хорошие результаты будут. Я проверял летом на девушке. Девушка сделала за 2 недели вроде с нуля повторения отжиманий, там до 6 дошла. Вообще офигенный результат. Поэтому полетели снимать. Саня, оказывается, стоит, ждет, а я, блин, стою, тоже жду. Я думал, он еще не приехал, он стоит, припарковался. Блин, это такой бред на самом деле. Ты припарковался, я такой стою, да. Жду, типа, знаешь. Я тебе даже написал специально, я так подумал, блин, как видно из-за этой тачки. Но ты мне пишешь, типа, у меня сообщение, там не приходит оповещение ВКонтакте, поэтому надо звонить мне. Я же смс-ку написал. А, да? Блин, но у меня почему-то все равно оповещение не приходит. Санек скоро уезжает, поэтому пойдем сейчас видосики снимать. Ему на канал снимем. Я ссылку в описании оставлю на его канал. Заходите. Ты будешь снимать что-нибудь, когда уедешь? Конечно, буду снимать. Отлично. Все, отлично. Огонь. Поэтому подписывайтесь на канал, будет ссылка в описании. Пришли в зальчик, готовы атаковать. Битку. Сегодня еще подтягивание надо будет сделать. Я же увеличиваю подтягивание, поэтому пятница. Ядрить, присок смотри, покажи свой. Все, сняли мои видосики. Я вспотел весь как собака. Скоро, я думаю, в течение недели будет на сайте. А сейчас будем снимать видосик. Про что будем снимать, Санек? Про то, как стойку делать уже на мой канал. Да, про то, как будем стойку делать. Санек уже научился хорошо делать, поэтому будем
Снимать видосик, да, учить вас. Заходите к Саньку на канал и смотрите. Ну что, сняли все, что нужно. Теперь поделаем подтягивания. Надо увеличивать. Сейчас посмотрим, сколько сделаю в первом подходе. Хотя я уже сейчас упражнения делал в видосе на спину, поэтому может меньше получится. Посмотрим, полетели. Немного, поэтому сделал только 31 чистых. Ну, бывает. Продолжим сейчас делать. Я, короче, забыл, я же вчера еще вызов Байденко делал, поэтому руки и спина, и все забилось. И после этого, скорее всего, поэтому мало сделал. Ну и сейчас мы снимали тоже видосики. И понедельник, и среду, и пятницу, и там очень много сняли видосов, забились мышцы. Сейчас продолжим делать, посмотрим, что дальше будет. Надо все-таки увеличивать подтягивание. Да, Санюх? 31 это немало, но 31 это неплохо. В любом случае это немало. Да, я почти чистое делал, но немножко там недоразгибал, чтобы не травмировать суставы. Вон у Санька все болит, и, блин, и плечо, и локоть. Глюкозамин надо пить. Что-то сегодня слабенько идет, мышцы забили все в хламину. Я вчера вызов снимал, еще жим делал на прямой скамье, на наклонной скамье, это жесть, все мышцы забились. Блин, я как Пизанская башня падаю. Стоит, смотрите. Заходите на его канал, смотрите, как обучиться стойке. Моя единственная проблема, что я когда стою, меня клонит назад, и я не могу себя пальцами вытащить обратно. Это жесть просто. Встать могу, и у меня довольно прямая стойка получается, да? Не особо, не особо банан, да, но когда я встаю, нужно пальцами как-то выжимать себя, чтобы стоять прямо. А я не могу как-то выжать, я падаю сразу назад, ну, собственно, вы сами видели. В этом проблема. А еще я вчера палец гантели расфигарил снова. Видите, синяк. Я, короче, с такой сижу, тут гантели у меня стоят, и я хочу уже ложиться, жим на грудь делать, на наклонной скамье. Значит, что-то у меня тут забрало, я такой сижу, держу как бы гантели и решил что-то отпустить вот эту руку и поправить. А эта гантель упала мне, короче, вот на этот палец. Тут я держу гантель, а это падает сюда и прям ребром этим мне в палец. Это примерно так же, как я сломал вот этот палец. У меня в тот раз вот этот мизинец сломан был, в этот раз тут синяк. Это вообще жопа, что-то мне не везет. Сколько я, интересно, вешу сейчас? 75. Возвращаем массу. Кстати, я тут подумал, подписывайтесь на мой инстаграм Арчо Морис. Крутые фотки тут вот. Есть вот такие фотки. Подписывайтесь на инстаграм крутые жимы. Александр Попов, крутые жимы. И будете тогда бомбить как цари. Уничтожать, умирать, убивать и все. Как мы сейчас. Все бомбят, а мы лежим. Потому что мы уже качки, а они нет. Ребят, сейчас покажу вам мощнейший суперсет на бицепс, от которого у вас просто битки откажут вообще, отвечаю. Делаем без перерывов вообще. По 12 повторений каждого. Сразу же переходим к гантелям. Супинированные скручивания. Идем сразу же на подтягивание. Самое важное сделать здесь 12 подтягиваний.
чем заключается суперсет? Суперсет заключается в том, что вам нужно сделать 3 подхода таких, потом вы делаете уже по 9 повторений везде. Там 9 и тут 9. И так 3 подхода. И на третьем подходе делаете уже 7. 7, 7, 7. И тогда вообще жестко будет. Отдых между подходами 3 минуты. Если вы хотите крутые суперсеты, заходите на archimorris.com. Там офигенные упражнения на все группы мышц. Полетели. Второй подход делаем по 9 повторений. Сейчас будет сложно, но вам, если даже вы не сможете сделать 9 повторений, вы спрыгиваете и потом снова делаете. Сейчас посмотрите, как будет, если я не смогу сделать. Even though I wanna quit her, man, she kinda dope. I gotta go, I never slow down. Everybody knows now, we the best to throw down. Parties in the SoCal, we gettin' so loud. Party with the whole crowd. А нет, я супер сильный, потому что все, archimorris.com. Отдыхаем 3 минуты и уже делаем, во сколько я там говорил, по 7, по 7 повторений. Нужайка змея. Подожди, третий подход, пацаны. Ухитрить сейчас сложно будет подтягиваться. I don't give a damn if I'm on the fucking stereo. I got a fucking... Мы самые сильные. Бля, да. 6. Точка ком. Это все archimorris.com. Блин, пацаны, бицепсы мои убились просто в хламину. Это очень жесткий суперсет, все пробуем. А мы уже идем домой. Санек сегодня не тренил вообще. Почему ты не тренил? Потому что у меня все болит, я старый. Санек старый. 20 лет, скоро умрет, блин. Хотите быть таким же мощным? Чем Борис.com? Секешь тему. Вы знаете, куда обращаться. Если вы эктоморф, если вы жирный, как Санек, то все, ну, обращайтесь туда. И... И стойку сразу же, выход в стойку. Достал с двух ног вообще-то. Я пытался с двух ног, но я вообще не умею даже с одной. Это я, короче, пацаны, научился у Логана Пола пиарить свой сайт. Санек, ты видел, нет? Как он через каждые 2 минуты такой: Логан Пол, что-то там, .com, что-то такое. Я просто его смотрю, поэтому я научился у него пиарить. archimorris.com. Ребят, короче, важный совет. Если вы качаете битки, хотите накачать битки, то обязательно включайте, если вы делаете суперсеты... Включайте сайт archimorris.com. Да, не-не-не. Тут, короче, ну, archimorris.com тоже отличный сайт, но я хотел другое сказать, что если вы качаете битки, то обязательно нужно включать свой суперсет, либо просто качать отдельно обратным хватом на турнике. Это очень отличное упражнение. Это базовое упражнение для бицепса, которое включает в себя, ну, проработку обеих частей бицепса, и левую, и правую. Отличная штука. Средним хватом или узким хватом. Обеих вообще огонь, пацаны. Чего говоришь? Обеих частей, левую и правую. Ну, два пучка же есть, левый и правый. Внутренний и наружный. Ну, вообще левый, пофиг, левый и правый пучок, короче. Так удобнее понимать, они же идут вот так, типа, оп-оп, левый, правый. Короче, вы поняли, очень крутое упражнение. Никогда не исключайте его из своих программ тренировок и качайте битки именно подтягиваниями обратным хватом. А так все, друзья, спасибо большое за внимание. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши инстаграмчики, на Санька подписывайтесь, а то он скоро уедет, и вы его больше не увидите. А если подпишетесь, увидите. Поэтому... Ну, увидит просто не скоро. Не увидит, только не скоро, да. Но сейчас я поеду монтировать уже этот видосик, и уже, скорее всего, через часа 3-4 он уже выйдет. А так, пока, увидимся в следующем выпуске.